Андалузская лошадь. Андалузская – самая знаменитая из конских пород Испании, пользующаяся всемирной славой в 16-17 веках. Андалузские лошади стояли в конюшнях практически всех европейских монархов и многих вельмож. Лошадей данной породы считали лучшими для парада и для войны. Фактически, в те времена значение этой породы для мирового коневодства было сопоставимо со значением чистокровной верховой породы в более поздней эпохе. Андалузская лошадь идеально подходит для высшей школы верховой езды. Именно эта сфера стала основной специальностью породы, в которой она совершенствовалась на протяжении веков. Изначально выездка имела тесные связи с военным искусством, тактикой ведения конного боя поединка, где отзывчивость на средства управления, верткость, ловкость лошади, а возможно и владение некоторыми школьными элементами давало преимущество всаднику. Позднее высшая школа верховой езды постепенно превратилась в чистое искусство, которое, однако же, имеет большее значение для правильного воспитания и формирования лошади. Андалузская лошадь может смело считаться одной из самых красивых пород мира. Она не слишком крупна, обычно 155-160 см холки, компактного телосложения, округлых форм. У нее благородная средней величины слегка горбоносная голова, очень высоко поставленная изогнутая шея с развитым гребнем, придающая облику лошади особую величественность. Широкая грудь, округленные ребра, спина прямая, круп круглый, присущий хвост, приставлена довольно низко. Андалузские лошади отличаются природным высоким ходом. Отличительная особенность породы – пышные длинные грива и хвост. Масть в основном серая, иногда гнедая и бордовая.